Сколково, инновационный центр, и Сколтех, как основная часть этого инновационного центра, являются площадками для отработки, тестирования новых подходов к подготовке, в том числе, инженерных кадров. Поэтому все, что мы делаем и в Сколтехе, и в Сколково, рассчитано не только ради пользы и использования внутри инновационного центра, но нужно и возможно к масштабированию. К числу таких практик относится, например, практика новых подходов к инженерному образованию. Международная практика, которая уже сейчас распространяется на несколько регионов, несколько вузов, а родилась она в Сколтехе. Поэтому мы здесь в этом смысле открыты и видим себя как портал, который соединяет внешнюю экспертизу, в том числе технологии, в том числе образовательные технологии, с потребностями внутри России. Первый выпуск Сколтеха произошел в этом году. Ребята нашли хорошие места работы в России как в государственных компаниях, так и в частных компаниях. Более 60% выпускников в той или иной форме вовлечены в стартапы. Это тот целевой показатель, к которому мы стремимся. Мы хотим, чтобы как можно больше наших выпускников открывали бы собственный бизнес и работали бы не только в экосистеме Сколково, но и в целом в экосистеме инновационной в России.